Чебоксарский профессиональный колледж по праву называют одной из главных кузниц кадров для экономики Чувашии. За 75 лет учебное заведение выпустило несколько тысяч специалистов, многие из которых стали настоящими профессионалами своего дела. Об одном из старейших учебных заведений республики смотрите в нашем сюжете. История колледжа, тогда еще техникума, началась в суровые годы Великой Отечественной войны. 15 октября 1942 года в здании средней школы номер 5 города Чебоксары. Техникум занимал всего лишь один этаж, и подготовка велась лишь по двум специальностям – хлопкопрядение и хлопкоткачество. Через 4 года у техникума появился свой учебный корпус. За 75 лет учебное заведение не раз меняло свою структуру и название, но суть оставалась прежней. Подготовка квалифицированных кадров для экономики Чувашии. На сегодняшний день это учреждение является одним из ведущих в Чувашской республике, которое готовит как по педагогическим специальностям, так и по специальностям для экономики Чувашской республики. Я думаю, что в ближайшее время перед коллективом стоит задача создать первый еще на базе этого учреждения специализированный центр компетенций по дошкольному образованию, подготовить экспертов, о чем говорится в приоритетном проекте «Подготовка рабочих кадров для передовых технологий». Снежана Тарасова – студентка-первокурсница. Очень мечтает стать специалистом по информационным системам. Поступила в этом году и очень рада, что это совпало с 75-летием нашего колледжа. Очень нравится здесь учиться, хорошие преподаватели, коллектив. По случаю юбилейной даты многие преподаватели и студенты получили почетные грамоты и благодарственные письма. Заслуженным работником образования Чувашии стала Галина Казанова. Она более 20 лет отдала работе. Считаю, что это огромная, высокая оценка его скромного труда. И считаю, что это большой стимул для того, чтобы развиваться, расти и достигать новых целей. Сейчас в профессиональном колледже учатся более 2000 студентов. Все выпускники, как правило, имеют несколько специальностей. В жизни все пригодится. У нас 100% на сегодняшний день трудоустроены. Очень много внимания уделяется по дополнительному образованию. Сегодня перед коллективом мы поставили задачу, чтобы каждый выпускник имел не менее 3 рабочих профессий. Для чего? Потому что при трудоустройстве это очень сильно помогает. Они легко могут трудоустроиться, найти свое будущее. В летописи колледжа много славных страниц. В юбилейный день вспомнили ветеранов, тех, кто стоял у истоков создания, кто воспитал не одно поколение педагогов, экономистов, дизайнеров, специалистов текстильной отрасли. Здесь сохраняется преемственность поколений. Имея такую прочную основу, легче идти вперед. Олеся Русакова, Сергей Адушкин, Республика.